Доброе утро, друзья. Месяц, наверное, я не копал. Были на это свои объективные причины. И вот мы наконец-то выбрались с друзьями на коп. Купил я, кстати, новую машину. RAV4 Toyota. Ходят, копают уже мои друзья. Геша, Тёмыч, Вадик. Тёмыч нашел уже крестик по Руси. Я, как обычно, последний выхожу на поле. Не знаю, почему так получается, но так получается всегда. Всегда последним я выхожу. В общем, идем копать. Будут какие-то находки, вы все увидите. Смотрите, не переключайтесь. Я думаю, будет интересно. Еще сегодня мы встречаемся с другом Деней. Денечка, тебе огромный привет. Мы сейчас по дороге проверим несколько поселух и потом к тебе. Увидимся, дружище. Друзья, я спешу вам напомнить, что по достижению 10 тысяч подписчиков мы проведем розыгрыш на канале и разыграем золотое черняховское украшение из чистого золота. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и ставьте лайки, чтобы принять участие в розыгрыше. Друзья, 2 часа на поле, у меня из находок 3 пуговки гирьки, причем 2 из них я выкопал только что, они были слипшиеся. Но я их разлепил, вот так вот лежали, да. А у Тёмыча вот это мои гирьки. Еще одна где-то есть. О, прикольно. Вот этот вообще четкий крестик. Да обломано ушко, видишь, нет. Ага. А я ушко, кстати, нашел. Может, от него. Это какой-то бедняцкий, да? Ну, прикольно. Вот такие вот находки. А у Вадика есть динарик где-то. Он там копается за бугорочком. Вон голова одна торчит. Вам не видно, наверное. Вот тут вот гирьки были. Сверху прям лежали. Может, кафтанчик какой-то тут потерялся. Ладно, идем. Идем искать дальше. Возможно, такое, что мы даже куда-то переедем дальше. Что-то тут немножко грустновато, если честно вам скажу. Вон Генчик доходит к нам. И будем переезжать. Иолити – крупнейшая в Украине международная интернет-площадка для коллекционеров. Здесь вы можете купить или выставить на продажу редчайшие предметы коллекционирования, уникальные антикварные находки, произведения искусства, старинные книги и многое другое. Виолити – это наилучший вариант как для опытных коллекционеров, так и для новичков. О любом найденном предмете можно спросить на форуме, эксперты оценят находку, предоставят о ней исторические сведения, а также укажут примерную стоимость. В магазине Виолити вы найдете аксессуары для коллекционирования, альбомы, холдеры, весы, средства для чистки антиквариата и прочие полезные товары. Все это поможет сохранить вам ценнейшие экземпляры в великолепном состоянии. Узнавайте много нового и интересного, коллекционируйте историю вместе с Виолити. Ссылки под видео в описании. Идем к машине, будем переезжать. Вадик, покажешь свой динарик? Покажи. Сверху лежал, да? Ух ты. О, блин. Ага. Прикольненький. Класс. Переезжаем. Переезжаем. Будем переезжать, друзья. Поедем. Есть еще несколько полей у нас намеченных. Попробуем там что-то покопать. Ну и с Деней надо встретиться. Так что у нас еще целый день впереди. Темнеет, правда, уже рано, но я думаю, успеем где-то зацепиться. Едем дальше. Ребят, ну это прикол какой-то. Смотрите, Геша уже доходит до края поля и цепляет. Хороший сигнальчик. Идем смотреть находочку. Ходил, ходил, выходил.
Я ж к машине йшов, пора что-то уже выкопать. Ну да. На краю поля? Ну вот, прямо вот сверху лежал. Офигеть. А ну показывай. Ага, замурзанный такой. Аврелий тоже. Ну, я уже почищу, Геша, да? Ну, конечно, я буду руки пачкать. Ну, класс. Кто-то вот дошел, развернулся. Бач, морковь, какая беда бывает, но... Да, красавчик. На финишной прямой, на тебе, лясь, и все. Вырвался, можно сказать, в лидеры почти. Ну, типа. Может, не будем переезжать? Будем. Тут же тонуть еще немножко. Можем вернуться на крайняк, да? Там еще сигнальчик один. Не, пока нет. Сейчас это я пока дойду до машины, еще будет. Ну давай. Прикинь, я вообще офигел. Да, и такой грязный, замурзанный. Ладно, будем переезжать. Будем переезжать. Там машина стояла, где-то охотники ездили. Постреляли и уехали. Обзорчик машины вам сделаю, друзья. Toyota RAV4 2.2, дизель, полный привод. Вот такая вот комплектация полная. Датчик дождя, света, мультируль, кожаный салон, люк есть. Такая машинка для... Ну, не для самого внедорожья, но, в общем, будет ездить, я думаю. Собираемся. Ну шо? Собираемся, поехали уже. Ребята. Ладно, сейчас Геша дойдет до края. Уже поле, подождем его и будем переезжать. Все, смотрите, не переключайтесь. Пробираемся полями, в общем, друзья, на жирное место. Вот оно. Сейчас будем тут ходить. Жирняки. Пропускают нас. Сено. Свежачок. Ешь, поморгай, пожалуйста, спасибо. Красавчик. Выключай. Едем дальше. Нам вот на ту надо перепашку. Друзья, едем, посмотрите, какой натюрморт тут. Просто. Я не знаю, для кого они его тут поставили. Это прикол. Заехали мы, друзья, на поле. Тут такая движуха. Трактор пашет по селуху. Сейчас к нам Деня приедет. И будем здесь уже ходить. Уже никуда переезжать не будем. Останемся здесь, на этом месте. Будем выхаживать поселение интересное. Были тут классные находки. Я думаю, что что-то найдем. Нам Деня приехал, друзья. Да. Давно не виделись. Серый, здорово. Всем привет. Что, как ты? Не, все нормально. Тут мне не нравится. Я тут первый раз, но место прикольное. Ну тут такая поселуха была жирная, я тебе скажу. И вот тут, вот и тут на языке тоже. И нет, это. Были классные находки. Мы тут золото находили. Там вот где Еша ходит, чуть-чуть ниже в этой ложбине уже внизу. Там золото попадалось. Прикольно, можно туда тоже ходить? Можно, да. Сейчас, я думаю, трактор запашет еще вот этот вот кусочек. Тут осталось чуть-чуть, пару рядков. И пойдем туда. Пойдем ниже. Тут везде надо, в принципе, ходить. Нет, Еша вот сейчас фибулу нашел вот сверху. Дорогое. Но она не сильно высоко шла. Вот, ну, так вот, где вот он ходит, это может, там уже дальше находок особо не было. Угу. Такое. Так, надо ходить. Мы только что перекусили, все окей.
Мы тоже приехали, чая попили и это, и вышли в поле. А вы, кстати, очень быстро за нами приехали. Я чтобы знал, что ты тут, я бы объехал вообще другой стороной. Мы поехали в Калиновку, потом поехали на Убрик. Мы только заехали, и ты сразу за нами. Мы же туда въехали, еще мы там несколько поселок по дороге проверили. Туда заезжали, смотрели. Такое, в общем. Ладно, идем копать, друзья. Идем к машине обедать, друзья. У меня находочка, монетка какая-то выпала. И у Геши есть динарик. Он кричать сильно не хочет, чтобы не создавать ажиотаж. Потому что мы тут на поле не одни. Сейчас посмотрим, что он там нашел. Я тоже нашел, я ж только не динарик. Такое залипший, но. Смотри, что я нашел. Какая-то. В динаре, наверное, нет? Хаджибея какого-то. Ага. Наверное. Залипший. Это Антонинян, ешь. Не, баба. Ну, бабы тоже, по-моему, были на Антонинянах. У меня серебро тоже какое-то маленькое. Тут в этом углу надо покрутиться, я тебе скажу. Ой, что тебе сказать. Идем обедать, друзья. Ребят, походили мы несколько часов. Какие-то голяки, в общем. Находок практически нету. Сапут какая-то попадается. Я даже не знаю, что мы сейчас будем делать. Покушаем. Сходили в машину, взяли еду, потому что там за посадкой просто ужас какой ветер. Мы спрятались от ветра. С другой стороны посадки сейчас поедим. Пацаны еще пошли за хавчиком. И, наверное, будем переезжать. Но я смотрю туда, куда нам ехать. Там просто, смотрите, что творится. Там черное небо. И в Житомире идет дождь. Я даже не знаю, что делать. Сейчас будем советоваться, в общем, собирать консилиум. И решать, что нам делать. Что будем делать? Переезжать или остаемся? Надо ехать. Что, я смотрю, там такое творится. Если мы сейчас поедем обратно там, где мы были, да. Мы, наверное, можем попасть в такую нехорошую историю. Да. Нет, что у нас? Ветер туда же дует. Ну да, и там, смотри, вот там вот, видишь? Ну, а мы оттуда приехали. А там в Житомире, кстати, дождь идет. Да. Так что. Да. Тёмыч, что у нас на обед сегодня? У нас есть помазуха. Кельбас. У нас есть помазуха. Кстати, взяли помазуху классную. Классную взяли помазушку. А, съедим ее, в общем. Сейчас накроем стол какой-то. Условно стол, да, назовем это. Ты хочешь пакетик расстелить? Да. Давай вот здесь, может, расстелим чуть-чуть ниже. Вот тут, где ты стоишь, Тёмыч, чтобы... Удобнее было, да. У тебя стаканчик выпал с кармана. О, наш условный столик. Сарделечки есть, хлебушек. Надо только руки помыть. Хожу в перчатках, но руки все равно черные. Что ты, Генчик, отмыл свой динарик? Ну такое, да. Марцелла. Кто-то сидит там. Кто-то. Он ли местный, да? Да бог его знает, уже и бронзовый. А может и бронзовый. А может откиснет, еще будет серебряный. История повторяется. Геша второй раз идет к машине и второй раз находит динарик. Да? Что ты сделаешь? Ничего не сделаешь, красавчик. Что, моем руки и деньку подождем, да? И будем обедать. Я могу найти чаек, налить чаек, если хотите, чтобы он остывал. Потом? Потом. Тёмыч? Мойте руки перед едой. Свинину давай. В условиях COVID-19 это очень актуально. Только без мыла не очень, да. Песочком мой. А ты помыл уже, да, Геш? Типа да. Все помыли, кроме меня. Я, как всегда, последний. Последний на поле выхожу, последний руки мою. Спасибо. Потом где-то день. Да, есть ножик, сейчас дам. Будем, в общем, кушать. Друзья, всем, кто обедает, всем приятного аппетита.
Деня подготовился конкретно. Что ты взял, Деня? А, ты снимаешь? Да. Сардельки, консерва. Да не, я не про то. А, ты понял. Метаха. Кто это? Привет, привет. Чаек не переверни аккуратненько. Как на почке. Тёмыч режет нам колбаску вкусную. Неизменно брауншвейск. Грустно и печально. Я нашел пряжечку черняховскую, и все. Серебряную? Нет. Наверное, есть яблочко. А. Режет еще. А кто сказал, что серебряную нашел? Немножко с кока-колой. Я взял и пепси. Я нашел одну очку от тракториста 3D. Я же сегодня откопался, ему уже можно и... Два раза. Нормально. Я не умею. Где-то день я тебе взял кусочек керамики, хочу показать. Короче, так нормально. Я не буду, я за рулем, спасибо. Нормально. Я тебе хочу вот эти, да. Ну, Тёмыч, нормально. У меня есть свой стакан. День, стакан. Смотри, вот чай. Керамики кусочек взял. Это именно ихние? Да. Точно? Туда вон пацаны. Тёмные? Да, 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 да. Я сейчас свой возьму. Ну, блин, а я ничего... День. Один кусок. Держи, ну, вот, стакан, смотри, видишь, чёрное. Ну, mm-hmm. Чтобы всем было. Не, да есть еще, вон, знаешь. Да. Я за рулем не вживаю. Да, а мы ехали тогда, не вживали, когда он приезжал? Нет, я не пил. Расскажи. Так я же не за рулем был. А, Любомир же был за рулем. Что ты это само подставляешь? Не, я ну. Любомир же был. Я чаек возьму. Давайте. Да, рассказывай. Ну, давай. За находки. Нас, да, за встречу. Блин, я же уже до Магнарика не находил. Да. Я уж засыпал. Надо найти день. Да. Ой, что зараз нас дождь тут не вижу. И там еще ходят комрады. Ой, уже пятеро. И там и было четверо. Да, там еще одна машина красная подъехала. Пятеро, и там и было четверо. Все сходится. Да. Их пятеро, да. Я уже понял, они подходят. Короче, Деня сказал, что все затянуло, где покупаешь, поэтому мы не друзья, пошел дождь, затянуло небо, мы как раз закончили свой обед и... Скорее всего, я думаю, что мы будем собираться ехать домой. Потому как, ну, в такую погоду, сами понимаете, копать некомфортно. Так что собираемся и по машинам. Нам еще с поля надо как-то успеть выскочить, потому как трактора заезжают сейчас на соседнее поле и начинают пахать его дальше. Все, друзья, я с вами прощаюсь. Вот такой у нас получился коп. Всем, кому понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. Будут у нас еще экспедиции. Всем удачи, друзья. Всем пока.